Доброго времени суток всем. Такая моя большая дружная семья. С вами волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. К сожалению, последний ролик почему-то не открыл ваши сердца, и мы собрали всего лишь 9 с небольшим тысяч рублей. Это я погасила долг предыдущий за питание. Теперь у меня долгов уже висит 24 тысячи. Но больше завтра нам уже в долг еду никто не даст. Моя такая большая дружная семья. Я обращаюсь к каждому. Каждому из вас, кто с нами на канале. У вас 8 тысяч подписчиков. Почему помогают одни и те же? Почему мне каждый раз приходится просить помощи, но прошу не для себя, прошу для них? Их очень много. Не забываем, что это приют и плюс бездомные животные этого города. На то, чтобы покормить бездомных животных, у меня уходит 3-4 часа. Сейчас везде щенились щенные суки. Вы увидите ролик. Вот таких малышей я нашла в трубе. Вчера экстренно я брала из приюта солому и возила, утепляла, потому что дети лежали на бетоне, в бетонной трубе. Ну и забрать мне их некуда. Ну хотя бы давайте их не бросать, давайте хотя бы их кормить. Финансов нет, честно, совсем. Что было собрано на Гришеньку, и я не могу ими пользоваться. Гриша стабилизировался в клинике, но эта поездка каждый раз обходится у меня. Еще бензин 3500, чтобы заправить машину. Завтра Гришу надо ехать уже забирать. Гриша пролежал сейчас в клинике несколько суток, и уже сумма долга за Гришу 23 тысячи. У Фили все стабильно, хорошо. Моя такая большая дружная семья. Я умоляю вас. Я обращаюсь к вам ко всем. Карты действительно пусты. Нам не на что жить. Мне не на что кормить собак. Я не могу бросить собак голодными. Помогите нам, пожалуйста, собрать финансы на питание. Откройте свои сердца, откройте свои души. Поверьте, мне тоже очень сложно. Я позавчера утром приехала с клиники. Вчера повезла собаку в семью. Я практически уже как робот. Я поэтому обращаюсь ко всем к вам. Помогите нам, помогите, не пройдите мимо нашей беды. Нам завтра не на что кормить животных. Бездомыши без вашей помощи просто будут умирать. А каково мне? Я ложусь спать и понимаю, что если я не смогу их накормить, вы думаете, это сон? Вы думаете, у меня спокойное сердце, душа? Нет, у меня душа плачет. Один Господь Бог знает, как у меня плачет душа и сердце, когда я понимаю, что они там в чистом поле кто-то. Я езжу еще за город, кормлю бездомных животных, брошенных. Я очень прошу вас каждого, откройте свое сердечко, помогите нам собрать финансы на питание. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Всем, кто смотрит это видео, подписывайтесь на канал и скидывайте деньги, донаты, потому что собакам нужно есть, и нужна помощь. Да, большое спасибо, важно. Это очень важно.